Валерію, ну що ж, перемога досить переконала. Ваші враження? Ну, впечатление очень хорошее, игра была очень хорошая. Единственное, что поначалу, наверное, были такие моменты, когда многое не удавалось. И такая команда, в принципе, соперник была, ну, как бы она ни в чем не уступала. И если бы могли они забить гол, то непонятно, как бы результат игры вообще в целом состоялся. Ну, так от на перший погляд досить жорстка в контакті вийшла гра. До речі, один з гравців Астромобани, да, Вячеслав, який його стан? Ну, состояние нормально, вот. Но это был игровой момент, в принципе, вы правильно сказали. Просто в этой игре была максимальная борьба. Вот. Сказать, что такие откровенные грубости были, мне кажется, такого не было. Ну, то, что никто не хотел проигрывать. Человечья игра, 100%. Кого бы выделили в команде? Ну, я думаю, можно с уверенностью выделить Дмитрия Новака. Вот, ну, да, в принципе, всех можно выделить. В это, ну, по команде было видно желание большое выиграть. С перемогою, дякую. С учетом еще проигранной в прошлом туре игры. Спасибо большое.